Всем привет, ребят! Смотрите, сколько много сладкого мы купили. Мы взяли колочку. Как же без колочки? Чем мы будем это все сладкое запивать? Впервые берем вот такую шоколадку. Взяли Skittles. Ну, там по мелочи. Это мелочь. Вот такую жвачку взяли. Впервые такую берем, реально. О, какая она красивая. А, это из автомата. 10 рублей. Вот так крутишь. Очень вкусно, говорю. Итак, теперь будем пробовать вот такую шоколадку. Я не впервые пробую. Это шоколадка из моего детства. Ну, 8-6 лет. Я ее очень любила, вкусная. И теперь будем пробовать яйцо. Возьмем вот такое помятое. Я не знаю, правда, почему оно помялось. Наверное, когда этот мешок внесли. Итак, что же нам попадется внутри? Дум-дум! И... Блин, оно так сложно открывается. Когда ты с двумя руками, это легче. Итак, нам попался вот такой медвежонок. По-моему, его зовут Боря. Боря, да, его зовут Боря. Итак, что же будет? Следующее пробовать, это такая шоколадка, по-моему, это Twix, XXL, впервые пробуем XXL, но, конечно, мы Twix пробовали, но XXL никогда. Итак, что же нам попадется? Ну, уже аппетитненько выглядит. И дегустируем вкусненько. Теперь будем пробовать чупа-чупс. Это ваниль и кола. Вы знаете, то, что нормально не открою. И сделали вот так. Как говорю, очень вкусно. И следующее это будет кола. Ну, колу, как вы все знаете, конечно же, она очень вкусная. Всем пока. Следующие сладости в следующей части.